Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабенчук. Зараз говоримо про таке. Українська православна церква Московського патріархату та й, в принципі, так вся Українська православна церква, все духовництво наразі підтримало ідею засудити патріарха Кирила, який благословив геноцид українців. Сьогодні про це говоримо зі священником Сергієм Ярмолою. Пане Сергію, вас вітаю. Доброго дня. Почнемо з того, що за звернення, який це документ, як багато людей його підписало та до кого він направлений буде? Цей документ ініціатором є наш священник нашої єпархії, протоиерей Андрій Пінчук. Як він говорив, як він писав у себе на странице, йому документ допомагали составляти ряд священников и богословов, которые разбираются в канонике, в уставах, в канонах церкви. И документ направлен на суд Пентархии, то есть на суд старейших церквей, патриархатов. В первоначальный состав Пентархии входила Римская кафедра, и дальше шла Константинопольская, Антиохийская, Александрийская и Иерусалимская. Так как Римская церковь откололась, в суд Пентархии... Святая спільнота, так, релігійна? Да, это представление, как это основные доминирующие и старейшие представители христианского мира. Что это за документ, что там написано, какие там, ну, может, слова, або сутність, так передайте, будь ласка. Сущность документа, там, конечно, очень много слов, на несколько листов сам документ. Но суть в том, что идеология русского мира, которую пропагандирует патриарх Кирилл уже, ну, скажу прямо, не один десяток лет, эта идеология является еретической. Ересь эта была осуждена на Константинопольском соборе, и это... Ересь называется этнофилитизм. Конечно, некоторые религиоведы скептически отнеслись к этой формулировке, так как осуждение касалось болгарской церкви, которая в свое время решила не рукополагать из священников никого, кроме представителей вот, именно родом из Болгарии. Но суть формулировки такая, что она позволяет осудить любую ересь, которая основана именно на вот таком, как скажем, расовом превосходстве, да, там, или, ну, могу зачитать сам канон, я его себе выделил, если... Если я коротенько, то будь ласка. Да, он не длинный. Сейчас. Там же, здається, я дивилася станом на 14 квітня 430 підписів, так? Да, підписи збираються. Ну, їх вже більше, бо сьогодні у нас 18. Осуждение звучит так. Мы отвергаем и осуждаем племенное деление, то есть племенные различия, народные распри и разногласия в Христовой Церкви, как противные евангельскому учению и священным законам блаженных отцов наших, на коих утверждена Святая Церковь, и которые, украшая человеческое общество, ведут к божественному благочестию. То есть вот такое вот выделение именно в какое-то племя, русский народ, который... Патриарх Кирилл начал пропагандировать еще даже не с 2007 года, как недавно появилась публикация, будучи митрополитом Смоленским, он еще в 1993 году создал такую организацию «Всемирный русский народный собор».
И идеология этой организации звучит так. Начиная с 1991 года русские стали разделенным народом. Русские стали разделенным народом. О чем было прямо сказано уже в одном из самых первых заявлений собора этого. И в этот период инициативу объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов, взяла на себя Русская Православная Церковь. Вдохновителем духовным, вождем собора стал митрополит Смоленский, Калининградский, митрополит Кирилл Гундяев. Незалежно від країни. Ось да, ці такі да, ключові да. слова. Скажіть, будь ласка, яку силу має ця релігійна організація світова, як вона може вплинути або натиснути власне на патріарха Кирила? Ну, учитывая їх амбіції, натиснути на них буде важко, тому що у них поведение чисто сектантское. Вот одни они правильные, они и своему народу это внушили, и всем своим священнослужителям внушили, что единственная правильная вера возможна только в РПЦ. И у тех, кто придерживается идеологии РПЦ. Поэтому давление как таковое, оно будет просто отвергнуто, как и любое давление, которое сейчас на Россию оказывается. Это будет световое засудження? Звісно, засудження буде. И до чего это призведе? Ну, у меня есть такая сравнительная характеристика. В свое время РПЦ очень сильно настаивала на изоляции Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. И боролась с их легализацией, чтобы никакие соборы, никакие действия, никакие примирения со стороны УПЦМП и УПЦКП не было. При митрополите Владимире еще какой-то диалог шел, когда митрополит Владимир почил, пришел митрополит Ануфрий, поставили митрополита Ануфрия. Этот диалог даже прекратился, чтобы примирение не состоялось. Понятно, на по чьему требованию этот диалог был прекращен. Ну и вот та изоляция, которой требовала РПЦ от мира для УПЦКП, Украинской Православной Церкви, вероятнее всего, они сами попадут в такую же изоляцию. То есть, бумерангом вернется. Дядя Сергій, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є наразі в Україні якийсь розкол в релігійному світі серед священників? Ті, хто за мир і під будь-яким прапором жити, аби ж не було війни, або ж ті, хто все ж за мир, за Україну, за перемогу, за здолання зла? Ну, смотрите, у нас митрополия наша киевская очень долго, после обращения митрополита Ануфрия, митрополия очень долго отмалчивалась. И, ну, я информацию еще не проверял, но сегодня утром увидел, что митрополит Антоний Поканич, управделами киевской митрополии, заявил, что те подписанты, которые подписались под этим обращением к пентархии, являются иудами. И, а кого вони зрадили, я хочу просто уточнити. Ну, их идеологию, видимо, не знаю. Ну, он аргументирует тем, что вы же видите, и среди Христа, вот учеников Христа, небольшой процент, а если брать весь процент подписантов и тех, которые не подписывают, то у нас там вроде бы посчитали 2,5% всего лишь таких, кто подписался. И Антоний Поканич говорит, что, видите, и среди апостолов был один предатель, да, небольшой процент. Но я немножко так продолжил эту мысль, что среди всего иудейского народа, религиозного иудейского народа, всего лишь небольшой процент были последователями Христа. И если уже так обратиться к Евангелию, то Христос своим ученикам и последователям своим сказал: не бойтесь малое стадо. Не те, кто заявляют, что мы самая крупная религиозная организация в мире.
после Рима католиков, а малое стадо. Так что у меня рассуждение такое, что верными останутся как раз очень немногие. Добре, пане Сергій, ваша думка стосовно війни в Україні, стосовно нападу Росії на Україну і сьогоднішнього становища, як представника релігійної громади? Эту подготовку было видно давно. И смотрите, вот с 93-го года эта организация появилась, и приблизительно с этих же годов православное общество накачивалось литературой, которая была далека от Евангелия. Это в основном какие-то старчества, предания старцев, какие-то околоцерковные истории. Если взять вообще историю церкви, первоначальной церкви, то любое богослужение, оно было пропитано проповедью Священного Писания и проповеди на тему Священного Писания. То здесь Священное Писание даже как бы не запрещалось людям, но была такая идея, идеология, что Священное Писание людям не стоит самим читать, что лучше читать комментарии на Священное Писание святых отцов, а людям простым читать вот ту литературу, которой они нас все это время трамбовали. А в этой литературе и Лаврентий Черниговский, который про триединство народов говорит, хотя есть люди, которые говорят, что это Лаврентию Черниговскому было приписано позже такие слова, что на самом деле он этого не говорил. Я не берусь судить, я не был знаком, чтобы понимать и осознавать, какие у него были взгляды. Но даже то старчество, в кавычках старчество, которое присутствовало у нас и в Украине, и в России, оно было пропитано империализмом. И вот эта имперская идея, она и пропихивалась как основная идея православия. Я правильно вас розумію? Тобто частина священників в Україні вже десятками років додавала до свого, ну, до своєї священної промови і пропаганду Росії, Російської імперії, з'єднання Радянського Союзу і так далі. Ну, про Радянський Союз старались не говорити, тому що все-таки... Без слова Радянський Союз, але на, ще... На ньому печать і мученичество стоїть. Хоча в останнє время дуже багато, кстати, і насчет Радянського Союзу почали казати, що вот там было лучше и там было правильно. Так что да, многие священники и говорили, и в кулуарах, не сам Бона, а между своими и сейчас продолжают так говорить. На вашу думку, що треба зараз робити, да, з релігійною сферою, з релігією в Україні, і як вона може змінитися, та, я думаю, зміниться точно після перемоги України? Да, треба наголошувати перемогу України. Я считаю, надо просвещать народ. Просвещать наш народ именно словами Писания. Христос нигде не выделял какую-то определенную нацию. Он сказал, что все мы его братья. Он, обратившись к ученикам, сказал: «Вы познали истину, теперь вы мои братья». И сказал, что он имеет других овец, которые несут от двора сего, то есть не от иудеев, да, не из еврейского народа, а вот из того, который апостолы привели потом. Он не выделил никого из них. Апостол Павел говорит, что нет во Христе ни Елена, ни Иудея, что нет ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, а все едины во Христе. И если мы будем возвращать народу Священное Писание, а не околоцерковную литературу, если будут издаваться
научные работы именно по Священному Писанию, комментарии издаваться к Священному Писанию с историческими параллелями, с чем определенные события в Священном Писании связаны. Народ на веру посмотрит уже по-другому. Он увидит чистоту веры, а не идеологию, которую в нее вкладывали и вкладывают, но, надеюсь, скоро не будут вкладывать. Но только те, конечно, кто действительно хочет проповедовать людям Христа, а не вот это вот какое-то доминирование. Важный момент еще хочу указать, что религию довольно часто употребляют для построения субординационных отношений, что мы должны подчиняться все там, царю или епископу, священнику, все. Но Христос перевернул эту пирамиду. Он сказал: «Я пришел сюда, в этот мир, не для того, чтобы мне служили, но чтобы я послужил». И вот если мы в церкви сможем выстроить вот эту вот перевернутую параллель, там, где пирамиду, там, где священнослужители, пресвитеры и все, кто выше стоят, служат народу, как послужил Христос, тогда и сама наша идеология изменится, и наше отношение к церкви и Богу изменится, и у людей отношение к церкви тоже изменится. Сергій, чи побільшало у вас так вірян? Чи більше людей приходить у ваш храм? Сейчас, з початку війни? Сейчас, да, з початку війни очень... Те прихожани, які були, багато уїхали, хто на запад України, хто в Європу спрятались, але приїхало дуже багато біженців-переселенців, які сейчас, да, заповнили храм. И вот, честно говоря, с ними очень много работы надо проводить, может, потому что психологично зломаны. У них психологичный злам по поводу бомбежек – это одно, да. А вот та идеология, которая у нас в таком латентном каком-то состоянии была, люди, которые переехали из Северодонецка, они рассказывают, что к ним стабильно раз в месяц приезжал священник из Ростовской области и вел вот политические проповеди на определенную тему империализма и всего остального. Их священники с Самбона практически чуть ли не каждую проповедь вещали об одном и том же. Я не говорю про все регионы, я не говорю про всех священников. В то же время мне рассказывали про харьковских священников, которые очень адекватные и действительно несли людям истину и пытались воспитать в христианском духе. Но среди людей очень много сейчас вот такого дисбаланса в плане того, что они, им все это время говорили про Россию одно, а они видят сейчас другое, и у них просто раздрай. И с этим тоже приходится общаться, работать. Я вам дуже дякую, что до нас сьогодні завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Сергій Ярмула, священник. Говорили про так релігійну тему, зокрема про те, що Українська православна церква Московського патріархату та все власне українського всі зараз підтримують ідею засудити патріарха Кирила, який благословив фактично геноцид українців. Дбайте про свою віру, і, власне, тут хочеться підсумувати мені, що є люди хороші, а є погані. Ну, справді. К сожалению, да, да. Ну, це тому, мир. Тому відповідайте за себе, дбайте про свою духовну складову і вірте обов'язково в Україну, в нашу перемогу. Дякую вам. Дякую.